Турнир будет проводиться по олимпийской системе в абсолютной весовой категории. За звание лучшего из лучших поборются 16 самбистов-чемпионов из России, Беларуси, Армении, Сербии, Испании и других стран. Турнир посвящен 20-летию подписания договора союзного государства. Основная цель Кубка – популяризация самбо через простые человеческие принципы. Мужество, честь, объединение прошлого, настоящего и будущего. Мы привыкли, что говорим только плохо о том, что было у нас, а мы уверены, что у нас было и очень много хорошего, в конце концов, счастливое детство. Мы не смотрели на разрез глаз, цвет лица, окончание фамилии в конце, кто мы там по национальности. Мы все-таки друг друга оценивали по поступкам и дружили друг с другом. Вот отсюда наше общее желание семьи нашей самбистов. Вот Владимир Вадимович, видите, гордится, что он тоже, и справедливо гордится, что он родом из самбо, и то, что мы достигали в первую очередь в отношении друг к другу, а потом уже результаты, которые были у нас в самбо. В рамках Кубка легендарные самбисты будут проводить мастер-классы с юными спортсменами, фото и автограф-сессии. В Сочи самбо развивается активно, поэтому в зрителях, рассчитывают организаторы, недостатка не будет. Активно реализуется проект «Самбо в школу». У нас сегодня 22 школы задействованы в реализации этого проекта. Благодаря региональной администрации, благодаря губернатору, благодаря Министерству спорта Краснодарского края сегодня в эти школы закуплены все необходимый инвентарь для того, чтобы дети могли в спортивных залах заниматься самбо. Также в рамках Кубка пройдет заседание совместной коллегии России и Беларуси по спорту.